Ну, правда, может быть, конечно, осенью там есть турнир в Бельгии, может быть, там она появится, но вполне. Подача не будет. Вот, ну, она, в принципе, давно уже перешла в такое настроение, состояние, когда она просто приезжает за удовольствием, за скорее даже не там, теннисным результатом, а за возможностью просто вот в этой атмосфере немножко. Сейчас сама сразу засчитала очко. Нет, ну да? Деваль могла взять челлендж в свою очередь. Она просто еще не в курсе, что такое можно сделать. Вообще, к матчу, к теннисной. Есть ощущение, что ей просто не. Скажу, что Деваль и подает, да? Подает хорошо. И двигается. Да. Дальше на улик, еще 5. Не хуже, а даже лучше, чем Деваль, которую получил Волка. Нет, я не отнюдь не пытаюсь просто вот мне, на мне волне кажется, всей американской, как бы такой. Как не пишут, этим воспользоваться, сам да, участвовать. Вот, но последние, после потренировавшись немножко в Булетьере, она потом снова отправилась и много американской федерации там при предоставлении wild card. Может быть, этот прогресс ее пойдет и бы еще быстрее. Вот это как раз первый чисто выигранный мяч. Уже такие вот мячи. Деваль успевает. Деваль это достает. Мне кажется, сейчас мяч летел при обводке ровно в забор. Сейчас великолепно. Получается, да? И Ким уже немножечко иначе, менее благодушно, что ли, играет. Но вот Сейса начала матч заканчивать.
вся здорово Ким сыграла, просто здорово. А как Ким Клайстерс? Да, то есть вот игрок. Дюваль оценивает действия Ким Клайстерс. Можно сказать так, что она одновременно восхищается. Хотя уже года три обретается во взрослом теннисе, но все равно еще может быть отнесена как раз к разряду молодых талантов и тинейджеров, как минимум, коих всего 9. Ну и игра Ким вот в такой момент, когда она так тут чуть-чуть не проценты выигрыша на первой подаче у Ким 81 и 58 у Дюваль набрала аплодисментов. Да. Ну что, 51 минуту. Продержалась, да, второй сет, конечно, немножечко... Подавляющее преимущество было. Да, да. Ну или, скажем так, похуже играла Дюваль, получше играла Клайстерс, поэтому сразу стала заметна огромная разница в классе. Но, мне кажется, это еще одно утверждение, да. Разница в классе. 22-й подряд на US Open выигранный матч Ким Клайстерс. Это не самая выдающаяся серия.